Тирасполь готовится к своему юбилею. Через месяц столице 230 лет. Больших гуляний не будет, рассказал нам мэр Олег Довгопол. И отметил главные достижения этого года для Тирасполя и его жителей – ремонт и стройки. Они продолжаются. Тирасполь встретит свой день рождения, засуча рукава. Хочу сказать, мы продолжаем наши работы. Праздник праздником. Конечно же, мы встретим его достойно, мы встретим его весело, но без особых излишеств. Мы не будем в этом году тратить огромнейшие средства на празднование. В основном это будут задействованы наши коллективы. Но я считаю так, что любой день рождения – это не только праздник, это и достижение. Вот в этом году мы, день рождения города Тирасполя, отметим своими достижениями. Школами, детскими садами, стадионами, парками, скверами и улыбающимися тираспольчанами. Уже радуют тираспольчан сквер авиаторов и спорткомплексу 5-й школы. Их ремонт завершили недавно. Продолжают строить в центре Тирасполя музейный квартал. Еще из планов на этот год начнут приводить в порядок дендрарий. Займутся городским стадионом, ну и появятся новые спорткомплексы на Западном и Кировском.